Туду. И куда вы думаете, я приехала? Ну, конечно же, в универ. Немного проспала. После двух рабочих дней прям не могла подняться. Да вообще, все время хочу спать. Ё-моё. Короче, я оплатила. Какие цветочки солнечные, прелесть. А пахнет здесь, мне всегда нравится, прям елками пахнет, обалдеть. И вот каждый месяц я оплачиваю вот такую сумму, 8990. И так мне придется оплачивать все 4 года. Я счастлива. Елочки, елочки. Сегодня погода такая, просто прелесть. Посмотрите, какое красивое небо. Солнышко. Благодать. И я выходная целых 4 дня. Вы знаете, ничего не должно огорчать и расстраивать. Даже если какая-то проблема, если у тебя трудная ситуация, то надо искать выход. И все тут. А по-другому как? И что я хочу сказать? Что в очередной раз, вот уже до смешного доходит, в очередной раз меня выручает абсолютно посторонний человек. Абсолютно. Чужой, который знать не знает, что я за человек, да, что я могу, какие смочить коры, да, честная или нечестная. И у меня сложилась такая трудная ситуация с оплатой учебы. Ну, вы знаете, да, я 23-го только прилетела в Россию. Ой, что-то потемнело как-то. И просрочила 5 дней. До 25-го надо было оплатить. Но так как меня поздно поставили в смену, не моя вина. Плюс еще... Их же надо заработать, эти деньги, в конце концов. А учеба прежде всего. И вы знаете, когда обращаешься в доску к своему человеку, родному человеку, он не протягивает руку помощи. Ну, не знаю, видно, так устроено. Я не хочу сказать, что это плохие люди там или что-то еще. Нет. Просто бывают вот такие моменты в жизни, когда действительно, ну вот срочно надо и негде взять. И обращаешься к человеку, а в ответ тишина. Вообще у меня нет такой привычки просить. Просить, занимать деньги – это последнее дело для меня. Это вообще, я не знаю, такая редкость. Ну, здесь по-другому нельзя. И вот я обратилась, ословила тишину. И вроде бы для ребенка, для учебы, не просто так, знаете, поразвлечься. И я просто разговаривала абсолютно с посторонним человеком. Слово за слово, шутили. И я в прикол просто сказала, я говорю, давай мне тост с рыбой и 5000 рублей. Мне как раз этого не хватало. Ну и все, посмеялись, и все. Понимаете? А через 2 часа этот человек пришел и дает мне 5000. Ну, вы знаете... Конечно, славливаешь такой небольшой шок от этого всегда. Мир не без добрых людей в очередной раз. И опять же, абсолютно чужой человек принес тебе легкость, помог тебе.
И вы знаете, я убеждаю, что действительно не надо обращаться к своим, к родным, в доску знакомым людям. Обратитесь абсолютно к постороннему, чужому, малознакомому человеку, и он вам поможет. Это, видно, закон такой жизни. Ну, мне, конечно, неприятно за своих и очень приятно за чужих, что еще в жизни такое работает. Так, стало прохладненько. Сейчас пойду на автобус. Вот с дома до универа быстро. 3 остановки, все тут рядышком. А вот обратно надо идти. И я, конечно же, сейчас заеду по делам. И домой. Наводить порядки. Расхламлять все, потому что буквально вот весной я все это делала, и откуда что берется, я не понимаю. Опять будут домашние дела, суета, синие цветочечки, прям прелесть. Так что вот так вот, вот так бывает в жизни. Что надеешься на одних, а для тебя делают абсолютно другие люди, о которых ты и не мог подумать. И все, я приехала, оплатила, теперь моя душа спокойна. Ребенок продолжает учиться, не нервничать. Но у меня такое редко бывает. Я очень ответственный человек, и у меня всегда все заранее. Это просто вот подвел меня график работы и то, что я была в отъезде. И, конечно, это сыграло у меня вот такую ситуацию. Ну, все, я все разрулила, я молодец. И я еду обратно. Посмотрите, какая красота. Красота, красота. Много ли для счастья надо, да? Решить вопросы, какие-то небольшие проблемки. И ты счастлив? Ой, небо прям синее-синее. А, хорошо. Осенняя погода прям такая теплая. Уже вот листики последненькие висят. Скоро облетят. Вот иду по бездорожью, можно сказать, на остановочку. Как вот здесь не будет трястись телефон, когда вот, посмотрите, иду, обхожу, спотыкаюсь, проваливаюсь в эти ямки, невозможно идти ровно. Остановка аж вон там. Как-то сделали по-дурацки. В одну сторону все близко, а в другую сторону приходится долго идти. Вот мне через тот вот авиадук, представляете, там какой он, посмотрите. Мне надо до него дойти, 10 лестниц пройти. Для меня это одно удовольствие. Пройтись. Вот городская суета. Ну все, преграды начинаются. Да еще какие, посмотрите. Все в хлам разбито. Вот посмотрите, это что вообще? Дыры, сетки уже. Уже нету ступенек. Вот одна зрительница мне говорит: поснимайте Владивосток, места там, вообще, да, какой город. И что тут снимать? Посмотрите. Все раздолблено. Все серо, тускло. Я, конечно, как говорят,
родину не выбирают. И живу в этом городе, в России. Ну, вот так вот у нас, понимаете? Все поверхностно. Вроде бы настроили мосты. Вроде бы где-то какие-то места для людей, да? Но этого так мало. А посмотришь возле, около, да? Вообще жуть. Вот посмотрите. Это что, нормально? Вон мне еще сколько идти. Ну и хорошо. Сейчас вот с утра, можно сказать, по свежему воздуху заряжусь, взбодрюсь. Ну я и так бешеная белка. Я заряжаюсь сама по себе, перезаряжаюсь. И все время в бегах. Такой вот город. Нет, есть, конечно... Ой, мамочка, посмотрите. Есть, конечно, красивые места. Я ничего не хочу сказать. Но этого очень мало. Очень мало. А город, конечно, запущенный, грязный. Много недоделок. И я в очередной раз говорю, когда побываешь в цивилизации, в красоте... Ой, кто-то мне написывает постоянно. А после этого окунаешься вот в такое, то грустненько становится. Мне даже не один человек написал, как... печально, как все тускло. Ну да, я с ними согласна. Нет развития культуры. Нету. Все как дикари живем. Спортсменка, комсомолка. Шагаю. Все, пришла я на остановочку. Буду сейчас ждать автобус.